Всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня Змей-50, и сегодня мы будем продолжать играть в игрушку под названием Human Fall Flat. И, фух, это у нас электростанция. Я электрик, я работаю электриком. Вообще, я каменщик работаю 3 дня, что-то там забыл. Ладно. Так. Проводки. Давай. Красный. С красным. Кстати, ссылка на игру, если вы будете скачать, если она вам понравилась. Ссылка на игру будет в описании. И не забудьте поставить лайк. Давайте наберем 3 лайка. Наберем и выйдет следующая серия. Теперь осталось только открыть дверку и не зайдем внутрь. Не понял. Да ё-моё, мышь. Что? Угу. А если я отцеплю, ничего не будет, ну-ка. А, нет, всё-таки что-то будет. Ладно, попробуем. Возьмем нашу эту штучку. Так, смысл так. Так. Все, мы здесь. Прям рядышком. Опа. Опа. Так. Так, 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 так. Берем. Любимые провода. Которые запутались. А это попер, нормально. Все. Так, теперь что? Давайте поднимем, попробуем. Работает. Сохраняемся, что тут надо делать. Я понял, походу. Да, я понял. Ну да. Надо взять вот это вот. И вот этот провод сюда прицепить. Блин, а? Какой неуклюжий у меня этот челик. Походу включить этот. Так называемый. Так. Ладно, получилось завести. И идем дальше. Здесь у нас машинка, здесь надо что делать. Здесь, походу. Я понял. Понятно. Идем в машину. Поплыли. Трудновато управлять машиной. Так. Куда? Что со мной такое? Неудобно. Капец, я тут 3 года буду вместе эту машину.
играть по сильному. Тем более в такой неуклюжей, не то, что неуклюжей игре. Ай! Прямо. Я что сказал? Прямо. Все. Немножечко направо и... Ой, не туда. Ой, ёшкин кот. Это же так трудно. Ай-яй-яй. И... Ой. Что тут происходит? Давай. Ну-ка. Вот это надо оторвать. На. И на. Давайте-ка попробуем так, короче. Как-нибудь. Поехали, надо. Едем. Капец, как трудно. Куда поплыл? Сюда давай. Куда назад? Все, теперь можно и опускать. Все, опустили и идем за проводками. Оба взял. Пошли. Надо оторвать этот провод. Провода точно. Один есть, второй есть. Погнали. Дальше. Оба присоединили. Соединили. Так. Окей. Так. Обратно. Молодец.
все сложнее и сложнее уровень. Это понятно только. А, тут его взвести надо. Выключился все-таки этот. Так. Быстрее, 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 быстрее. Опа. Бежим, бежим, бежим. О, все готово. Закрылся. Вот еще делаем. Ой, не туда. Не могу. Посмотрите, какая фигня. Смотрите, какая красивая статуя. Значит, тут есть несколько способов отсюда уйти. Понятно. Дай. А, не хочет туда. Так. Так. Ой, ёшкин кот. Так. Успел, что? Ай, рука застряла. Быстро бежим. Быстро, 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 быстро. Так, я уже поймал. Поймал, поймал, поймал. Фух, фух, фух. Работа-то ничего. Сложно. Тоже какие-то дела с проводами нужно сделать. Понятно. Ну, там кабель, надо его тоже взять. Так. Он же упадет, да? Блин. Взялся. Я, кажется, понял.
все понял. Но это, дорогие друзья, в следующей серии, потому что я что-то долго прохожу. Фух, долгий у нас трюк, это видос был. Ну, с вами был Змич 350. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем удачи и всем пока. Всем пока.